Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, остановка ДК «Нефтехимиков». Смотрите, какие интересные клееночки, расцветки такие. А вот какая яркая. Что у нас еще здесь есть? Это такая же. И эти такие же. Все не поднять с розочками. 55 рублей, 60 на метр. Красиво. Давно я не снимала трусики женские. Смотрите, новенькие трусы. Размер 44. Состав 95 хлопок, 5 лайкра. Цвета, значит, голубенькие, бежевые, розовые и серые. А цена 77 рублей. Вот какие, со звездочками. Это уже большие размеры. Нет, не сильно. 48,50. Там побольше есть. 77 рублей. Вот какие симпатичные разные расцветки. Состав 95 хлопок, 5 эластан. 77 рублей. Не помню, показывала такие, нет. Смотрите, какие ажурные. Вообще очень нежные. Персиковый цвет такой. Размер 54-56. Ой, какие молодцы. Такое ощущение, что они смотрят нас. Я всегда говорю, что для нас не делают красивые. Вот вам, пожалуйста, красивые. Для нас, я имею в виду, для полных женщин. Я всю жизнь была худая, как шваброчка. Наверное, точно могла спрятаться за палочкой швабры. Откуда все взялось, не знаю. Теплые носочки, размер 36-39. Полиэстер в основном, акрил. В ассортименте разные расцветки. $77. Вот какие. 36-39 тоже. Тоже полиэстер. Акрил 77 рублей в ассортименте. Голубые, серые, даже есть полосочку. И так на вид тепленькие. Кошелек за 199. Состав полиэстер, ПВХ и сталь. Разные расцветки. Это как ткань, а это как заменитель кожи. А все написано одинаково. Странно. Я имею в виду состав. Также есть синенькие и вот такие. Кошелек на кнопочке, разные цвета за 199. Блокнотики какие интересные. Креативный блокнот на кнопке, 80 листов. За 99. Клеточку.
Уже кто-то выдрал. До этого я показала гель для душа вот такой с экстрактом орхидеи, а здесь с экстрактом хлопка есть. 400 миллилитров, 55 рублей. Такие гели. Шафран, апельсин. Тоже 55. Очень активно разбираются товары для Нового года. Уже на полках не очень много товара. Очень хорошо разобрали игрушки. До этого были огромные здесь залежи, а сейчас намного меньше. Опять новинка. Чудо-слайм за 99. Или это опять слизь? Мне слизь не нравится. Это, наверное, опять слизь. Нет, не хочу. Смотрите, разные. Мне нравится, когда слайм, а слизь? Нет, не интересно. 99 рублей. Игровой набор «Маленький повар». Давно не привозили. А теперь вот маленькие, обычно большие такие листочки. А это маленькие. За 99, по-моему. От 3 лет. Не знаю, цены нет. Не буду обманывать. Малыш. Здесь маленький повар. Нету цены. Не знаю. Наверное, скорее всего, 55, может. Игрушка на руку Би-ба-бо. Забавные плюшевые куклы. Такой динозаврик, по-моему. Черепашка. Только зеленая. Зебра. Носорог. Смотри, какие интересные игрушечки прям. Не как раньше были. Очень красивые. И жираф. Только жираф почему-то с короткой шейкой. Ну и ладно. За 199 рублей. Отличные новинки. Отлично подходит для домашних кукольных театров. Отлично подходит для домашних кукольно-театральных постановок. Собери всех зверюшек. Вот их 4 штуки. И у нас всем 4 штуки в наличии есть от 3 лет. Пианино-ксилофон. Развивает музыкальный слух и чувство ритма. За 199 рублей от 3 лет. Игрушка «Веселые пузырьки». Купайтесь с веселыми пузырьками. Закрепите игрушку с помощью присосок на ванне или плитке. Налейте гель для душа в специальный отсек и смешайте его с водой. Нажмите на кнопку и наслаждайтесь воздушной пеной. Много разных. А может, немного. Я нашла 2 со 199. А до этого у нас была такая игрушка. Душ для ванны. Тоже интересная. Готовое решение для вручения подарка любимой. Игра-квест по поиску подарка. Смотрите, как здорово. Спрятал. И жена пусть ищет. Или муж, наверное. Поздравление коллеги. Оригинальный способ поздравить именинника. За 199. Все-таки не пресно, классно. Что-то новенькое. Мне нравится. Домино за 99. С различными рисунками. Сквиши за 99. Яркие, красивые.
Мне вот этот понравился больше всех, яркий. Волшебный камень. Собери коллекцию из 18 драконов за 99. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Вам не трудно, а мне приятно. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.